what's wrong. Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. У нас сейчас 20 градусов, вот посмотрите, все цветет. Одуванчики, черешни, вишни, груши, персики. Посмотрите, какая красота. Нарциссы уже отцвели практически, только поздние самые. Уже боярышник цветет. В общем, красота. У меня тюльпаны уже многие в саду отцветают. Людей практически нет на улице, видите, редкие машины тоже. Все придерживаются карантина, выходят только пройтись там по одному, у кого нет садиков, скажем так, и за покупками. У нас нет обязательного такого распоряжения, чтобы маски носили, потому что этих масок нет тоже нигде. Так что... Вот так вот покажу вам немножко города. Еду, мне нужно забрать в аптеке кое-что. И тоже, может быть, какие-то покупки сделать. Погода стоит вот уже неделю, просто чудесная. Вижу, некоторые вообще ходят по-летнему с коротким рукавом. Ну, по-разному. Кто-то в кофточке, кто-то в футболочке. Кто-то с голыми ногами, а кто-то даже и в какой-то куртке. Вон написано «Bleibtaus», написано на окне вверху громадными буквами «Bleibtaus», «Оставайся дома», «Сиди дома». Ну, вот если надо, то надо, что сделаешь. Ну, конечно, людей очень мало, очень. Ну, сейчас посмотрим, что в аптеке. Что мне нужно вот в аптеку. Встану здесь на такое место. Рядышком припаркуюсь, потому что выезжать оттуда сложно. Ну что, сходила я в аптеку, забрала лекарства, которые, собственно, принимаются для меня и для мужа на постоянной основе. И вот сказала, что чувствую себя не очень хорошо. Я почему-то проснулась сегодня с головной болью. И вот сейчас у нас солнышко, а до этого было пасмурно. И влажность сейчас вот большая, тяжеловато дышится, еще тепло очень. И вот померила давление. Давление очень высокое для меня. Придется, наверное, сегодня еще позвонить врачу. Вот эти перепады этого атмосферного давления, погоды, конечно, это все не очень хорошо, но будем держать руку на пульсе, так сказать. Вот вижу, что сейчас гораздо больше вот людей тоже и на велосипедах. Погода, видите, конечно, великолепная, да? В тени 20 градусов, это, конечно, на солнце все до всех 30. Ветра нет практически. Красота. Вот у нас слева нарциссы, которые отцвели. А тут вот рапс уже желтенький. Что-то у меня... А вот здесь косят траву. Так, что там случилось? Вот попали. Будет мост открываться. Вы представляете? Да. Ну, что делать? Будем ждать. Вижу, тоже на роликах катаются. Так, шлагбаум закрыли. Ну, будем ждать теперь. Ничего другого не остается. Смотрите, открывается мост.
с той стороны вот яхта едет. И вот там канал, вот такая красота. Мы будем надеяться, что есть большие канавы. Она с той стороны уже проплыла. И вот мост опускается. Происходит это в течение дня довольно-таки часто, но, по-моему, есть тоже определенные часы, когда это происходит. Я, конечно, не в курсе, это знают эти все, так сказать, мореплаватели, владельцы яхт, судов, барж. Они, конечно, знают об этом больше. А этот мост и канал разделяют нашу деревню Фортшхоттен с городом Лайденом. Тут соседи, вижу, стоят на велосипедах. Первая учительница моей дочки вот в таком полосатеньком свитере. Живут они напротив. Ну все, а теперь мы поехали. Я все закрыла. Сразу видите, пробочка с той стороны такая образовалась. Ну и с этой тоже сзади. Так вроде бы машин мало, а вот остановили на немножко и сразу же поднакопилось. Ну, вот человек не знает правил, пропускает велосипедиста. Это неправильно. Здесь велосипедисты должны ждать. Вот какие красивые нарциссы, такие много их на одной веточке. Боярышник цветет, красота. Красиво, да? Смотри, все цветут. А справа это большие платаны стоят, вот они еще пока голые. Школы пустые, детей нигде не видно. Вот посмотрите, какая там красота цветет. Японская вишня. Очень красиво. Смотри, да? Такие красивые соцветия, просто прелесть. Вот дедушка едет, скупился. Картошечка, полные сумки велосипеда. Березки уже цветут, эти висят сережки на березках. Красота, конечно, красота. И листики даже уже молоденькие. Вот. Ну, чем больше город, конечно, тем больше народу на улице. Вот молодежь, как и везде, не совсем разумно вот эти ребята делают, но... Самое вот, знаете, неприятное, скажем так, люди, которые не соблюдают рекомендации и правила, они же рискуют не только сами, но они подвергают риску других.
И вот, допустим, та же молодежь, да, если у него шансов перенести тяжело это заболевание мало, в основном они легко, допустим, перенесут, или если и заболеют. Хотя тоже не факт, потому что очень-очень много сейчас болеют именно и молодых. Просто люди в возрасте заболевают быстрее и переносят это тяжелее. Посмотрите, уже высадили Анютины глазки. Вот там вот газоны. Сейчас попробую приблизить, какая красота. Вот он, вот он. Так, куда едем? Я еду в Lidl. Попробуем там закупиться. Посмотрим, что там есть. Парковочка у нас здесь вот под землей. О, в маске. О, это единицы. Единицы. Здесь такой очень крутой спуск, еще и с поворотом. А такое яркое солнце, и вот стекло отсвечивает. Это, конечно, не совсем удобно. Ну, смотрите, машин много. Но это с этой стороны, это люди, которые здесь живут, паркуются. Ну что, буду искать местечко поближе. В магазине вряд ли я буду включать, потому что, знаете, сейчас тоже многие люди раздражены. Не будем нервировать народ. А уже покажу вам, если вам будет интересно, поставьте мне лайк, и я покажу вам, что я купила. Хочу сказать, а то я так это, потому что сказала, была занята парковкой. Вы, конечно, ставьте мне лайк, если вы считаете, что я этого заслуживаю. Вот хочу заметить, что я очень не люблю, когда блогеры начинают говорить, что вот в начале буквально там видео или трансляции, а где лайки, где лайчочки, ставьте лайки. Я считаю, что люди должны ставить лайк только тогда, когда им это нравится, да? А в этом случае, если вы хотите, чтобы я сделала видео, опять-таки, о покупках, смотрите, там мужчина тоже разбирает, то напишите, пожалуйста, комментарий. Интересно вам будет посмотреть мои покупочки или нет? Потому что я так понимаю, что есть тоже определенное количество людей, которые такие видео не смотрят, их даже и раздражают. Еще и плюс в такое время не каждый может себе позволить определенные вещи. Так что, пожалуйста, высказывайтесь. Буду очень рада вашим комментариям. Бабулечка на каблуках пошла, какая очередь. Вот я вышла и не заметила, что тележка за тележками, очередь стоит, там мужчина протирает. Хочу показать, вот такая булочная, там внизу стоит, поставили ворону для того, чтобы вот эти голуби не заходили. Вот я вот здесь вот в Лиделе. Вот такая очередь. Здесь вот вышла я вот как-то бабуля из лифта. И сразу за тележкой. А тут, оказывается, очередь. Вот оттуда выходят люди. Потом опять-таки сюда в лифт. Вниз. Здесь вот у нас магазин такой, где продается продуо. Все для ухода за волосами. Это косметика, в общем, все для специалистов. Для парикмахеров, для всех. Там был магазин цветов. И смотрите, как по-разному одеты люди. Там вот очередь. Вот герань, видите, продают. Вот такой магазинчик. Ну все, сейчас будет подходить моя очередь. Пойду за покупочками.
Вот покупочки мои, смотрите, тележка полная. И вот здесь еще муж попросил пиво безалкогольное, вот туалетная бумага, яблоки. Вот такая тележечка. А у нас же еще и Пасха, понимаете, представить. Так вот я яйца не купила. Ну, хватит, наверное, тех. Так что пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделала обзорчик моих покупок. А теперь всем пока-пока. Ну и буду ехать обратно, покажу вам еще улицы Голландии, как они сейчас выглядят. У меня вот такой вот длинный чек. Ой, куда это все раскладывать? Людей полно, хочу сказать. Очень много людей в магазине. И это, конечно, нервирует очень-очень многих. Ну, вам всем хорошего настроения. Не забудьте написать комментарий, пожалуйста. Всем всех благ!